Всем привет! Сегодня влог мыс номер 10. Я сегодня не пойду в школу, поэтому с утра я решила почитать. Потому что, когда у меня школа, я просто не успеваю этого сделать. Поэтому сейчас я читаю. Так, сегодня 28 декабря. Пол одиннадцатого. Я не знаю, сколько времени. И мы начинаем. Я лежу в кровати, я давно проснулась, но до сих пор лежу. Кстати, я вчера нарастила новые себе реснички, потому что сегодня мне дискач. Я набрала опять косички, потому что хочу кудрявые волосы. Вот. Сейчас я убираю свою книженцу и идем умываться. К нам уже пришли убираться. Я уже умылась, но для вас вообще ничего не поменялось, конечно же. Итак, глазах что-то попетил. Я съела сникерс, который мне дал мой братик. Сейчас мы вместе с вами откроем этот календарь. А еще я вам хочу пожаловаться. Я посмотрела сейчас свои оценки. По музыке она мне поставила ученица не зачет. При том, что у нас нет урока музыки, то есть он дистанционно у нас, но она никакой домашки, абсолютно ничего не скидывала. И за это она мне поставила не зачет. Я думаю, какого? Даже по физкультуре, на которую у меня освобождение, мне поставили зачет. А по музыке, которую нам даже не скидывали домашку, мне поставили не зачет. У меня по единственному предмету пятерка, это по русскому. А вот по математике у меня тройка. Классно очень. Могла бы быть четверка, если бы я 40 хорошо написала, но нет. И давайте мы с вами откроем, конечно же, мой календарик, а потом я немножечко приберусь в комнате. Итак, какое же мы окошечко откроем? Давайте вот это ножом, у нас еще не открытое. Итак, опять-таки, ваши догадки, что тут будет. Я надеюсь, что Твикс... Ой, нет, Сникерс, надеюсь, что там будет лежать. Милки Вей. Ну, тоже неплохо. А мог лежать Твикс. А сейчас я еще раз съем Милки Вей. Пока положу его сюда. Ставим календарь сюда. И я иду прибираться. По типу собирать вот это, заправлять кровать и так далее. Я решила нанести масочку. Я нанесла вот такую вот от Organic Kitchen огуречные кружочки. Она мне очень нравится. Она такая вот, мне кажется, все знают, как она выглядит. Сейчас я открою. Она такая зелененькая, прозрачная, очень вкусно пахнет. Блин, ничего не видно, но мне она очень нравится. Поэтому сейчас посижу с ней 10 минуток и потом пойду смывать. И, наверное, потом уже буду расплетать свои косички. Мама вчера мне, кстати, купила упаковочную бумагу. Она мне купила две штучки. Ой. Одна вот такая вот прям новогодняя. Там где-то даже есть надпись с Новым годом. Вот. С Новым годом. И она так почти по всей бумаге. Вот видите, тоже с Новым годом. И вот такую двухстороннюю, с этой стороны она белая, а вот с этой красная. Я уже один подарок запаковала. Кстати, вот в этом я пойду на дискотеку. Там еще мои джинсы новые. И все у меня лежит в шкафу, да. Не спрашивай, почему. Сейчас я это достану и покажу вам. Вот такой вот подарочек я запаковала своему братику. Вот видите, тоже написано с Новым годом. Я очень плохо запаковала, потому что у меня было очень мало скотча. И вообще, потому что этот подарок, видите, он очень странной формы. Поэтому я его не смогла нормально упаковать.
таком пакетике подарок моей лучшей подружке. Конечно, еда. Бомбочка для ванны, которая невероятно вкусно пахнет. И это бальзам для губ с виноградом. И вы видите, такая красивенькая упаковочка. Я подарю вот такой укрепляющий лак, правда. Он мне случайно треснул. И там кремик для рук банановый. А подарок моей сестре. Пока что, наверное, не до конца закончила его. Это вот такая вот тканевая масочка. Потом вот такая вот масочка. Вот такой вот маленький кремик для рук с ананасом. Вот такая вот штука, очень вкусная. И главный подарок — это блеск для губ Dior в таком оттенке. Вот такой вот он. И это пока что все. Мне еще нужно купить подарки моей маме, моему папе и моей бабушке. Почему ты тут покраснела? Я уже сделала масочку, проскрабировала носик. И сейчас моя сестра меня расплетает. Вот так вот, девочки. Почему я тут покраснела? Я уже расплелась. Намочила свой спончик, и уже время 3, а у меня дискотека в 4, и мне кажется, я опоздаю. Ну, короче, я сейчас буду краситься. Ну, короче, встретимся, когда я уже буду накрашенной. А там мой братик лежит. У меня грязное зеркало. Я пойду вот так, в джинсах новых, в болтике. Одела кулончик. И накрасила, сделала все стрелочки. Вот так. Видно? Стрелочки там, блесточки. Но почему-то на камеру не видно. Но я сделала себе блесточки. И вот. Вау, как прикольно! Вау! Ой. Да. Представители из вашего хаоса и из вашего хаоса, которые будут собирать вот эти тикток. Только снимать не надо, не себе вот такую пижамку. Это она кусочка? У меня в сумке остались. Марлин, смотрите, какой-то мандем в коробочках, а не в упаковке обычно. Еще смотрите. Какие милые. Мы ищем подарки моему братику. Тут все с Гарри Поттером. Пришли, выбираем шампунь. Да.
Я уже приехала домой. Мне очень внимание на эту штуку. Это гирлянда. И я купила себе в детском мире хайлайтер. Барби. Да, не спрашивайте. Я его открыла, кстати, с горем пополам. И давайте его открывать. Вот так. Я, кстати, видела обзор на этот хайлайтер в ТикТоке. Не помню. Но вот, честно говоря, вот как он выглядит вот тут, мне не особо нравится. Но упаковка у него полностью прозрачная, нигде нет никаких надписей. И делаем первый скотч. Я уже увидела. Правильно, давайте, девочки мои. Ну! Честно говоря, это не особо похоже на хайлайтер. Мне кажется, что это тени. Не знаю. Но упаковка, кстати, у него как у хайлайтера от Катрис. Поэтому я его еще и взяла. Потому что хайлайтер от Катрис мой самый любимый. Там еще был такой же в розовом оттенке, но я решила, что у меня слишком много розовых хайлайтеров. Надо разбавлять. Ну и, короче, сейчас я посмотрю в зеркало, потому что в камере я не очень хорошо вижу. Ой. Я, кстати, наконец-то купила себе новогоднюю пижаму. Вы ее увидите, скорее всего, на Новый год. Ну, знаете, как тени использовать очень круто, а как хайлайтер, в принципе, тоже. Поэтому, скорее всего, я им тоже этим хайлайтером воспользуюсь на Новый год, и завтра попробую им воспользоваться. Вот. Ребятушки, мне почему-то так плохо. Мы еще когда в город поехали, мне было еще тогда плохо. У меня такая дилемма. Я сейчас думаю, снять мне видео «Хоу мои покупки за декабрь» или мне снять видео, что мне подарили на Новый год. Я знаю, что можно снять и то, и другое, но я почему-то не хочу снимать два видео. Я хочу снять какое-то одно. Поэтому я вот думаю, сижу. Но если мои подарки на Новый год, то оно выйдет только в следующем году. А если «Хоу декабрь», то оно выйдет, естественно, в этом году. Вот. Еще на завтра не будет уроков, будет только классный час. Этому безумно рада, потому что если бы завтра были уроки, я бы на них не пошла, потому что нафиг надо. И вообще, я уже устала от этой школы. Если тебе понравилось мое видео, ставь лайк, подписывайся на мой канал, я тебя очень люблю. Пока-пока. Встретимся завтра, наверное, может быть.